Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». У меня такая надобность тут приключилась. Переделать вот этот двигатель надо. Здесь на 380 вольт он был. Надо переделать его, чтобы можно было подключать к 220. Это трехугольник. Здесь он подключенный на 380 звезда. И больше нет выходов. Надо сделать, чтобы было 6 выходов на эти концы катушки, катушек этих, и соединить их в трехугольник. Для чего надо? Для того, чтобы подключить вот инвертор. На канале у меня есть про его видео, снимал это, про образователь частоты. Уже я, как бы сказать, разобрал этот двигатель полностью. Здесь вот стояли крышки такие. Сюда пропущенные в одно отверстие были три провода, а тут заглушены полностью. Я взял, все эти вот снял, крепление под выход на провода. И здесь под низом стояла такая резиновая прокладка. Этой дырки не было, отверстие было заглушено, но просто резина. Я ножницами прорезал такую дырку, мою на провода, чтобы вышли, хватит. Концы обмоток этих вот трех выходят вот что на 380, а на двигателе тут были запратаны они все вместе соединенные с этих обмоток. Были соединенные на звезду, я их рассоединил, все чисто. Рассоединил, вот видно выходы такие, они длинные. Получается сантиметров, наверное, по 15. Шли вот отсюда, вот, шли, и тут их концы лежали, спаянные вместе. Лежали в такой вот резиновой гофры. Ну, как его, изоляции, короче, резиновая. Впоследствии я ее буду ставить, потом эту изоляцию сюда, во, выведу, чтобы там не перетиралось при вибрации. И буду выглядывать они сюда. Так, видно вот сюда. Единственное, что я немного не так сделал, это изначально, когда нашел я эти вот концы, я здесь их распаковал в этом месте. Распаковал. И получается, когда распаковал, то уже можно было к ним и припаять провод такой вот потолще в резиновой оплетке, именно в резиновой. Можно было припаять, подзагнуть и сюда, и аккуратненько по этой вот щелине вывести сюда. А я взял, короче, их полностью раскрыл аж до сюда, вот до этой спайки, где выходит на 380. Я их распаял сюда, распаял, раскрыл вот эту вот обмотку такую, что держит, с эпоксидным клеем держит, чтобы не рассыпалось все это дело. Но я рассоединил уже, никуда не денешься. Эти вот три конца получаются, выходы. Видно, вот один, второй и третий. Три штуки. Это будут выходы трех обмоток. Вот этих. И будем потом в процессе того, как буду делать, сюда я припаяю провод. Раньше не было его у меня, все искал, хотел сделать с такого вот советского толстого, он в резиновой оплетке, но сильно толстый оказался, то жилы, и нельзя раскрыть. Так я не пробовал, это вверх пластик, а внутри прорезиненные. И плюс еще внутри в этом пластике эти прорезиненные еще изоляции вот пластика убрались. Так что как, такая вот изоляция. Так, не пытался раскрыть, не раскрыл. Залез все в гараже, поискал немного и нашел вот такой потоньше провод. Как раз сюда, думаю, позже. Здесь просто что изоляция толстая. А сам по себе провод получается, наверное, почти как тут. Ну, может, чуть-чуть толще. Думаю, особо не это.
роли играть не будет. Толщина провода. Этот, конечно, да, этот тут потолще выход. Видно вот. Где выходит, то немного толще. Ну, за неимением пойдет такие три. Когда их выведу туда, то подсоединю, и будет можно подсоединить треугольником и подключить инвертор. Не знаю, насколько этот двигатель мне этих ватт. Предыдущий, что я снимал, подключал к инвертору, он был где-то на 0,70 там киловатта. Но этот, думаю, будет побольше. Будет где-то 1,5, наверное. А мотка такая толстая, хорошая. Ну, думаю, больше двух не будет. То, что инвертор на 2,2. Частотный преобразователь. А здесь, ну, думаю, больше двух не будет. Он небольшой сам по себе двигатель этот. Сантиметров 20 в диаметре внутри. Даже вот меньше будет. Если так. Метра нету померить. Это коробком. Диаметр на обмотках получается 5. Так вот, 5 и 5 и 2, где-то 12 сантиметров он по обмотке получается, по обмотке самой, а так 15 будет. И этот двигатель, как раньше я говорил, алюминиевая обмотка у него будет, то что попадали с алюминиевыми обмотками, видно желтая такая обмотка, желто-желтая, когда с меди она красная, это желтая. Но когда я распаковал концы обмоток эти, что на звезду соединенные были здесь и закрученные, закрепленные, оказалось, что спаянные медные провода. Я думал, может, где тут сросшенные просто. Того и распаковал дальше сюда эти провода. А оказалось, что они полностью медные, но просто изоляция желтая какая-то. Я сколько разбирал двигателя, такой желтой изоляции ни разу то не бачил на медных. В основном идет красная изоляция, такая аж коричневая. А эти вот здесь то красноватая, видно немного. Такая. Вот где пальцы мои красноватые, а там вот совсем желтая. Ну это медь. Я возьму сейчас. Благо, что провод нашелся у меня таки. С этим, с резиновой внутри, наверное, как-то мне сделать надо. Ну, немного я с этого, хотя вместе они были скручены, так все равно не получилось бы здесь подсоединить, чтобы не распаковывать дальше. Того я и распаковал, да и они вот такой видно изоляции, как стекло ломится, то согнуть куда-то, вывести особо не это не получалось. Здесь вот петля какая-то непонятная. Это все я закреплю, и когда припаяю уже резиновые провода сюда эти, в резиновые плетки, то выведу туда, и все это дело будет закручиваться, закручиваться этой тканью. У меня есть такая пластина. На шуруповерте его на ручке я поставлю, чтобы подвешивать. Такая вот эта стартера перекручивать, хлопчатая такая полоса. Это я ее здесь перекручу и эпоксидным клеем замажу. Она твердее тоже будет, твердая. Самое главное, кабель хороший нашел в резине. Эти вот концы пойдут на колодку у нас. Вот сама колодка с контактами. Как раз хорошо ложится на контакты. И все, потом соберем и выведем на треугольник на соединение. Сейчас прозвоним концы. Мультиметр мой. Я его спалил, не так подключил 220, то он как бы не работает, но прозвонка работает. Слышно вот.
Сама прозвонка работает. Сейчас прозвоним двигатель, чтобы не закороченный был. Положу сюда под камерой снизу, чтобы слышно было. И прозвоним обмотки. Так. Это у нас обмотка. Третья. Это у нас C1. И это C2. Вот это C2, C3. Что мне будет? А вот это C1. Сейчас звоним. C1. Подсоединил. Так, не угадал. Вот. Обмотка C1. Есть у нас. Работает. Потом берем C2. Так, вот это будет. Это C2. К самому отверстию. Это C2, вот это C1 был. C1, сейчас еще раз проверим. Вот это C1 следом идет. Это вот C2, это C1, а вот это вот подвернутая такая, будет уже C3, соответственно, у нас. Сейчас проверим. Слышно, пищит. Это третья. Теперь проверим на корпус. Начиная с третьей, чтобы не замыкало. Слышно по корпусу, не замыкая. Это тоже нормально на корпус. И это. Так. Нормально, не пробивая нигде обмотка на корпус. Все обмотки рабочие. Что я проверял, этот двигатель мне попался с металлоприемки по цене килограмма меди. Когда я его раскрыл, я подумал, что это алюминий. Раскрыл я обмотки эти поискать. Думал, алюминиевый, думаю, не очень, конечно, куда-то применять. Но этот двигатель у нас медными обмотками, просто что изоляция такая. На шильдочке тут не видно ничего того, я не скажу точно сколько он, но обороты, кажется, видно, 1853, что ли, если это обороты. И девятка стоит вот, 9, может, 900 ватт таких будет. Не знаю, насколько он, ну, если бы это дело было, можно мультиметром промерить. На, толком не умею этими мультиметрами пользоваться. Ой, спалил. Сколько он выдает. Сейчас вот я рабочим таким проверю. Так, с Китая мультиметр. Проверю сопротивление обмоток. На прозвонке. Так. Третья обмотка берем. Что-то. Давай со второй попробуем. Тут зачищенный контакт. Что-то не показывает ничего. А, опять не туда подключил. Верхнее отверстие. Надо в это. Плюс. Что показывает мультиметр, я говорить буду. Так, это ничего не показывает, странно. Раньше показывал, типа, вон, на промойку ротишь, что-то выскакивает. А ну-ка переключим по-другому. Не видно, так, это сопротивление замирать. О! Поставим сюда вот где омы, по-моему, на 200, то выбивая что-то, когда коротишь. Вот закоротил,
Сейчас проверим. Покажешь, что не покажет. Так, давай. Странно, напрямую, короче, показывая на это не хочу. Через обмотку. А у показала 15 сразу. Не вчера. 11. 11 ом, что ли? Не разбираюсь в этой технике. С этими омами. Вот смотрите. И уменьшается. 7,9 стало. А, ты, наверное, изначально 15 показывал, потом упало. 7,9 это первая обмотка. Вторая обмотка. Так, вторая у нас была это, кажется. Что-то ничего не показало. Ну, еще раз. Странно. Та я показывала, это не хуже. Это воина. Обмотка С2. Это ничего не показывает. Третья обмотка. Тоже ничего. Ну, не знаю, первую показала вроде бы. О, первая есть. Семь и девять. 7,9 ом, кажется. 7,9 ом это. Так. Интересно. Если поставить. Так, вольты. Амперы. О. Ну-ка. Сейчас посмотрим, что тут еще. Короче. На омах показала 7,9. Эти. Так. Надо крокодильчики сделать сюда. Это мультиметр китайский непонятный. Ну, то показываю, то не показываю. Ничего. А, не, не, ту обмотку я пробивал. Вот это первая у нас обмотка. 7,9. Это обмотка С2. Сейчас я попробую подсоединить. Вот это она была, кажется. Может, контакта нема, просто что-то не показывает. Вся на прозвонку была. Так. Не знаю, первую показываю, а эти не показывают ничего. 7,9. Что за такое? Кто разбирается, так подскажите. Это... Я в этом не разбираюсь особо. Всяк, что перепаять, да перекрутить. А вот в этих запчастях, да во всем не соображаю. Сопротивление, да что куда подключать особо. Вот это у нас трансформатор мой, переделанный с микроволновки. Для швагу принес. Здесь провода. Будем эти спаивать медь, короче, медь с медью. Будем спаивать с этим трансформатором. Ну или не получится, так возьму сварочный аппарат, наверное, на эти, как их называют, на контакты.
надо вывод. Графит сделаю и графитом запаясь, чтобы сварочным инвертором. Если этим трансформатором не получится, а получится трансформатором, то инвертор не надо. Так, сварочный. Что тут будем делать дальше? Дальше работа будет производиться двумя руками, так что я, наверное, съемку буду заканчивать. Надо все аккуратно это поодевать в изоляцию. Потом прижать сюда к обмотке пучком плотненько. И сюда вот поза этим выведу сюда наверх. Кабель есть резиновый, прорезиненный. Будем делать им. Ну а там уже когда все выведу наверх, уже будем смотреть, что куда подключать, подсоединять. Ну и что получится, когда соберу двигатель полностью, подключим наш частотник сюда. На этом я заканчиваю. Кому было интересно, ставьте лайки, комментарии пишите. Подскажите мне, что да, как сделать. Особенно по этой его штуке, как ее пользоваться. Интересно. Смотрела она на ютубе ролики. Ну что-то все равно не разберусь. Мультиметр это от меня, это для меня космос, короче. Разобрать что-то там, еще припаядок. Разбираюсь. А вот так чинить с помощью этой штуки, не знаю. Ладно, заканчиваю я. Всем удачи. До свидания.